State Road. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. У микрофона Михаил Савенко. И Ирина Брайан. Приглашаем вас в читальный зал. Сегодня мы прочтем рассказ Кости Мура «Тонкапты». Писатель Тесла Миура родился в 1931 году в префектуре Аомори на самом севере главного японского острова Хонсю. В 1955 году он получил премию литературного журнала издательства «Синичоши» за рассказ «15-летний и его окружение», в котором описаны чувства и мысли подростка о жизни и смерти в последние дни Второй мировой войны и сразу после ее окончания. В 1960 году Миура удостоился престижной литературной премии «Оттагава» за произведение «Шинобугава». Его герои – молодые мужчины и женщины, которым пришлось пережить немало трудностей. До своей кончины в 2010 году Тесла Миура опубликовал множество литературных работ, в которых говорится о чувствах привязанности и тревоги в отношении близких людей, о радости жизни и горе.